Я передаю привет своим родителям, маме, дяде Вове, своим течунечкам, котику, попугайчику. В общем, мне здесь очень нравится. Это самый классный лагерь, в котором я когда-либо была. Мне очень нравятся наши занятия с Наташей, наши съемки. Очень нравится еще море, мне очень нравится. У меня появилось очень много друзей. В общем, я по вам очень скучаю. И все, всем пока. Я хочу передать привет моей любимой мамочке. Мне здесь очень все нравится. Погода теплая. Почти. Я почти выздоровела. И недавно залезла на огромную стену. К счастью, я ничего не сломала. Хочу поскорее увидеть Димуську и Беську. Люблю тебя. Пока. Я передаю привет маме, папе, бабушкам, дедушке. Я всех люблю, хочу поскорее приехать. Целую, пока. Мои дорогие мамочки и бабушки, я передаю вам настоящий телепривет. Я очень рада, что я сюда попала. Я вас очень люблю, пока. Всем привет, меня зовут Кирилл, и я в лагере «Морская волна». Я был в лагере всего 2 раза, но это пока лучший лагерь из всех, в которых я был. Передаю привет своим родителям и всем своим друзьям. Я хочу передать привет своим родителям, друзьям, близким. Я вас очень люблю, пока. Привет, мамуль, передаю тебе привет. Здесь очень круто, кормят хорошо, на убой. Кушаем фрукты, овощи, бегаем, прыгаем, веселимся. Друзья мои, подруги, всем привет. Передаю привет мамуле, бабуле, дедуле, всем своим родственникам, любимым друзьям, своим девчонкам, Кате, Аленке. Здесь очень круто, потрясающие ребята, замечательная погода. Я вас всех очень люблю, скучаю, целую. Привет, мама, папа, я вас очень люблю, мне тут очень классно. Передаю привет моему брату, подругам, всей моей родне. Всех люблю, целую, пока. Мы вас очень любим! Очередной яркий день на теле море подошел к концу. И наш выпуск тоже завершен. Спасибо, что вы с нами. Пока!